Пойдем. Всем привет, дорогие друзья. Посмотрите, я хочу сейчас показать общежитие на Тельмана в городе Брянске. Как ремонтируется. Вот такая дыра, которая упала. Вот, строительная компания пришла, залепила. И дальше не считает нужным это делать. Ну, давайте зайдемте в душ. Вот хочу посмотреть розетки. Посмотрите, какие розетки на Тельмана. Хотя здесь моются и дети, и взрослые. Ну, тут, видимо, у них хватило. А сюда нет. Идемте дальше. Вот она. В принципе, комната, но в ней никто не моется. Видите? Здесь, по-моему, вообще никогда ничего не мылось, не убиралось, ничего не делалось. Посмотрите. Вот у нас говорят, мы платим за общежитие. Я спрошу у людей, сколько они платят. Капремонт они оплачивают каждый месяц. И мало того, что у них свет вряд ли нету, да. Света нету. Вот, посмотрите. Вот такие лейки. Видите? Видите? Воды из лейки вот такой ржавой, они вообще не льются. Ни вентиляции, ничего. Вот такие вот души на Тельмана. Вот такие окна, которые, по-моему, вообще ни разу не моются. Хотя за капитальный ремонт за все они платятся. Вот пачка лежит, лавочка. А здесь вообще лейки нету. Вот такие души на 3 этажа на Тельмана. Вот такая бандура, не знаю, как она называется. Ну, правда, плитка более-менее, но не вымытая. Не вымытая, не вычищенная. Вот. Зато они платят капремонт. Мало того, что я вам сейчас покажу. Стоит, видите? Это вот сюда с детьми приходят мыться и все. Посмотрите. Вот она, видите, дырка. Ребенок может встать и упасть. Вот она, видите, яма. Ни решеток, ничего. Вот ребенок может встать вот на эту доску. Вот, видите, не закреплена. И ребенок очутится там, в этой дырке. Вот, видите, она старая. Вот, вот сюда наступил, и все, ребенок окажется там. Ну, компания, видимо, нет решеток, батареи. И вы знаете, я вам скажу, что света здесь нету. Вот эта плесень непонятная. Здесь посветлее. Здесь посветлее. Вот, видите? Посмотрите. Вот такие вот души в общежитиях на Тельмана. Окна, которые вообще... Вон, видите, что творится? Никогда ни разу не мыты. Зато они платят квартплату, я вам скажу потом. Дверь, правда, крючок есть. Это уже нонсенс. Крючок есть, ну, правда, его зацепить не за что. Вот. Вот, видите? Видимо, настолько бедная компания. Очень бедная компания. Так что вот. Туда я еще хотела зайти. Вот единственное. Вот, видите? Вот так моются. Вот в таких условиях. Люди приходят и с работы, и с детьми. И ванны вот такие, я туда уже заходить не буду, там люди моются. Вот такие души, вот единственные, на три этих этажа, видите, плесень. Глубже туда не буду заходить, вот, посмотрите. Дверь стоит, которая может упасть на того же ребенка. Видимо, люди не считают нужным убрать, который. Идемте дальше. Дверь, вот это что? Видимо, дверь для велосипедов, я так посмотрела. Очень классная дверь, где хранятся велосипеды. Ну, хоть так сделали. Только бы еще покрасили, вообще бы хорошо было. Вот так живут люди на Тельмана. Счетчик, правда, сделали. Наконец-то хоть сделали счетчик, который можно открыть и закрыть. Идемте дальше. Окурки, которые годами не убираются. Щит. Здесь курят, видите, сигареты, окна вообще никогда не менялись. Люди курящие до сих пор курят. Поднимаемся дальше. Ну, в принципе, тут более-менее даже висят цветы. Идемте дальше на 3-й этаж. Электрика, да?
электрика и еще какие-то шнуры. Посмотрите, сейчас очень много средств, которые все это убирают. Но, к сожалению, посмотрите, все висит, никто ничего не убирает. Видите провода? Все висит. У нас уберут, когда это все загорится. Правильно? Ну, как-то так. Идемте дальше. Ну, здесь ящик какой-то стоит, непонятно. Ну, тут вот люди все заставили. Ну, вот так живут люди в общежитии.